Ассаламу алейкум, братья и сестры. Находимся в Домодедово, аэропорт. Тут также много очень полицейских, как вы видите. Вот, можете видеть. Проверяют везде, вот сотрудники полиции проверяют, куда, туда, сюда. Вот сотрудники проверяют, вот, давайте я сейчас засниму для вас. Сотрудники вот проверяют. Ассаламу алейкум, қадірлі юртдошлар. Бізні ұзақ уақытынан күзетіп тұрған жәмиғи мұсафирліктегі ватандошларымыз, опа-уке, әке, сіңілдеріміз. Бәрімізден әуелен бар ұзақ мұддатлы тәнәфістен кейін көрісіп тұрғанымыздан жүзе құрсамыз. Орада көп іш білен банд болып, өзім жонли эфирге шыға алмадым. Орада көп өзім видеоға шығып гәпіре алмадым. Мәке жүзе ішлер көпейіп кетті. Юртдошлар, Құдай қаласа сіздерге яна батафсыл мәліметтерді, Россия хақыдағы документ, депортация, барча соғадағы мәліметтерді сіздерге жеткізіп беруге әрекет қыламыз. Жүзе көпшілік сауал берді, шу хазірде менің документім түгеген, срок берілген, октябрь ойгача оша чығып кетішімде мен запрет бўладими, ёки нима қилишим керак. Батафсил видеороликда ҳаммасини ўзингиз кўриб гувоҳ бўлишингиз мумкин. Албатта максимал даражада видеони лайк босиб тарқатинг ва каналимизга обуна бўлмаганлар, обунаси кўряётганлар, кимда видео пастида қизил ёзувда подписатсия бўлса, ушбу қизил ёзувни боссангиз қўңғироқча чиқади. Қўңғироқчани босиб албатта каналимизга обуна бўлиб қўйишни унутманг. Hozir Domodedovo aeroportidan qisqacha video bor. Ushbu savollarga meni deport qiladimi? Dokumentim tugagan, srok qachongacha? Ushbu ma'lumotlardan qisqacha batafsil o'zingizga xulosa olib, ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Videoni albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va maksimal darajada qo'llab-quvvatlab like bosib tarqatib yuboramiz, yurtdoshlar. Videorolikni albatta o'tkazmasdan. Assalomu alaykum, bratiy, sestry. Находимся в Домодедово аэропорт. Тут также много очень полицейских, как вы видите. И очень много наших братьев из Средней Азии. Как вы видите, очень много. А так, шунча адам мене. Кёрселер олады. Как учу ептикен, субханаллах. Наменген, Узбекистан күч ептикен мене, шунча адам. Аэропортта жүде көп. Мелисалар ам өте көп. Көрселер ам өрде тейшір. Бұ аэропорт Домодедово. Өзіміздікілер жүде көп. Айнықса өзбекистанлилер. Братья с Узбекистана очень много люди летят домой. Видимо, у кого-то нет документов, у кого-то есть документы или просто, не знаю. Так что, братья и сестры, делайте документы, будьте осторожны. Вот, можете увидеть. Проверяют везде, вот, сотрудники полиции проверяют, куда, туда, сюда. Агенар, ассаламу алейкум, как учебство? Наманген, Узбекистан. Документ, там я ж иншалла. Нема патент урасты штима блима дилям, чозулды мы, чозулмады мы. Алиге, амнистия. Кёп адам ич яптым нема ге, Узбекистан ге? Да, кёп адам ич яптым. Вот так вот, братья, много людей, говорит, в Узбекистан летят. Вот если видите, сотрудники полиции в аэропорту проверяют документы. Если у всех все хорошо, все отпустили без всяких проблем. И тут тоже наши братья, можете смотреть, здесь тоже наши братья. Короче, весь Домодедово из Средней Азии, очень много народу. И вот тут тоже братья вот уезжают. Самое главное, братья, делайте документы, находитесь в России легально, и у вас никогда никаких проблем не будет, иншааллах. Если, вот если видели, да, вот сотрудники проверяют, вот, давайте я сейчас засниму для вас. Сотрудники вот проверяют и сразу же отпускают на месте, если у вас все в порядке с документами, сразу же отпускают вас.
Подписывайтесь, ставьте лайки, братья и сестры, поддерживайте. Если кое-какие-то вопросы будут, пишите обязательно в комментариях. Всем ассаляму алейкум.